Подружился с девушкой в баре, а она сбежала и прихватила телефон. В Мурманске полицейскими раскрыта кража смартфона. Потерпевший рассказал, что отдыхал в одном из баров областного центра в компании девушки, с которой там и познакомился. В какой-то момент мужчина отошел от столика, а когда вернулся, то ни новой знакомой, ни своего мобильного телефона он не обнаружил. Личность злоумышленницы благодаря камерам наблюдения установили быстро. Женщина уже неоднократно попадала в поле зрения правоохранителей. После задержания в совершении преступления она созналась и пояснила стражам порядка, что похищенное успела сбыть. В отношении мурманчанки следственным отделом отдела полиции номер 1 УВД России по городу Мурманску возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальное наказание за совершение преступления – лишение свободы до 5 лет. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.